И 3-4. Говорит и показывает Ростов-на-Дону. 17 июля 2016 года. Командный чемпионат мира. Вот-вот завершится. У нас заключительный матч. Осталось всего ничего. Выяснить, кто сильнейший на данный момент в мире среди мужчин. Пара Осьминин-Левада. Заслуженные мастера спорта. Оба. Либо темные лошадки, андердоги этого турнира. Россия 6. Команда, состоящая из Эльдара Вахитова и Игоря Фомкина. Вот-вот завершится у нас разминка. И мы запустили эту трансляцию. Вы успели присоединиться, найти нас на Ютубе. Две камеры сделали практически невозможное. Ребята из Федерации русского бильярда Ростова-на-Дону перенесли камеру основного вида вот в такой ракурс. То есть к пирамидке поближе. Мы снимаем прямо непосредственно из-под камеры Матч ТВ и Михаила Назарова. Пристроились. Ну, все это делается для того, естественно, чтобы вы получили максимально качественную картинку и, не побоюсь этого слова, звук. Каким он будет, знать пока не могу. Звук нам дает телебригада. Они-то да. Могут почистить, естественно, у себя, потому что запись этого матча будет показана, я думаю, что через недели 2, 3, 4, 5, 6, где-то так, на Матч ТВ «Наш спорт» смотрите, изучайте сетку вещания. Ну, а пока рассказал я, кто у нас играет. Осьминин Левада – ростовчане, Вахитов и Фомкин – гости этого турнира ростовского. Комментировать встречу для вас буду я, Антон Игонин, и мой коллега. Приветствую, Руслан. Да, Антон, привет. Привет всем любителям бильярда. Добрались мы, наверное, до финальной встречи. Честно говоря, сегодня были у нас большие проблемы со звуком, с трансляцией, плюс жара такая вообще совершенно фантастическая. Честно говоря, устал за сегодняшний день, наверное, больше, чем за предыдущие пять. Но, тем не менее, у нас сегодня главная встреча всей ростовской девятидневки. И, наверное, главная встреча вообще в бильярде для всего Ростова. Любимцы ростовской публики Никита Левада и Владислав Осьминин. 4 титула на двоих, чемпионов мира по 2. 2 титула чемпионов Европы по одному. Да, 6. Выигрывали они все крупнейшие турниры по большому счету. Да, 2 титула абсолютных чемпионов мира тоже по одному. По очереди. По очереди, да. Сначала Левада, сначала, прошу прощения, Осьминин, затем Левада у Осьминина. Есть там всякая мелочь типа 6 чемпионатов России, все у Влада. Пара, да, Кубок Золотец, великолепная восьмерка, Лангони, все что угодно. Да, великолепная восьмерка у Левады. Пока наши участники разминаются, тоже мы готовимся, готовим технику, отключаем звуки домашних телефонов, мобильных. И буквально через несколько минут ростовчане Владислав Осьминин, Никита Левада сыграют с главным открытием этого чемпионата Эльдаром Вахитовым и Игорем Фомкиным. Зрители отмечают, что с двух камер показывать намного лучше, чем с одной. Да, за это, опять же, спасибо, как и за весь турнир Ростовской Федерации русского бильярда. Наводите курсор на окошко плеера на Ютубе, нажимаете иконочку со стрелками влево-вправо и можете переключаться между камерой основного вида и камерой, которая дает нам вид сверху. Все, последнее приготовление. Сейчас будет разыгран раскат. И мы начнем этот матч между Россией 3 и Россией 6, который будет идти до 7 побед. Ну, у нас
скажем так, по структуре наших финалистов. Мужской матч такой же, как и женский. Мультичемпионы мира и всего, чего только можно, играют с молодой парой, выход которой в финал стал, я думаю, главной сенсацией этого турнира. Выпало мне комментировать самый первый матч Ильдара и Игоря на этом турнире. Играли они против Каныбека Сагынбаева и Задбека Радбекова. Проиграли 3-5. Кто тогда мог подумать, что после этого поражения будут просто сносить все на своем пути? Ильдар с Игорем. Особенно был, наверное, вчера впечатляющий день. Я думаю, это был лучший день в карьере и Фомкина, и Вахитова. Просто разгромили они две очень сильных казахских команды. Одну со счетом 6-1, вторую вообще со счетом 6-0. Просто очевидное невероятное вчера происходило. И они уже в финале. Самый главный вопрос, который терзает души болельщиков, зрителей и болельщиц, почему Никита Левада с такой прической? Это стандартная прическа для людей призывного возраста, которых призывают в армию Российской Федерации. Я так думаю, что тесные взаимоотношения у армии Никиты сейчас в этот период жизни. Звук появится, подождите, как только звук дадут нам телевизионщики, поделятся, появится звук из зала. Ну, а у нас начало встречи. Ну, а вчера, кто смотрел репортаж моего коллеги Станислава Булатского о четвертом дне турнира, такое было весьма выразительное интервью с Владиславом Осьмининым и Никитой Левадой, из которого мы смогли узнать, что, оказывается, ребята страшные мандражисты, что они борются со всеми неудачами, которые у них есть, что не идет разбой, что не идет игра по выходу, но тем не менее они уже в финале. Ну и как, наверное, уже такая фраза пошла в народ, сказал вчера после встречи полуфинальной Владислав Осьминин, карма у нас такая выигрывать. И Никита с Владиславом в финале. В прошлом году ждали их победу. Я думаю, ждал весь Ростов. Самая сильная по составу пара дошла в том году только до четвертьфинала. Ну и сейчас вздохнули, выдохнули. Левада на разбое первой партии. Бьет Никита удар гол. Тут же шквал аплодисментов и... Ни для кого не секрет, что в Ростове любят бильярд, очень много зрителей сейчас в зале. Трибуны заполнены, если не заполнены, то сейчас дополнится. Естественно, Осьминин и Левада играют для своих. Но на публику, кстати, я думаю, играть они не будут. Они будут играть на победу. Да нет, я думаю, что здесь будет, скажем так, матч реализации мечты. Очень долго хотели, я думаю, это не секрет. Влад и Никита выиграть этот титул. В прошлом году мечтали, получилось. В этом дошли до финала. 1-0, Осьминин Левада. Вот спрашивают нас, есть ли другой вид, кроме камеры сверху. Обязательно. С двух видов мы сейчас смотрим. С двух видов, поэтому переключайте. Второй вид, кстати, сделали, спасибо ростовчанам, очень удобный. Свет оставлять нельзя. Хочу помочь. Ну, конечно, на короткий борт. И отыгрыши. Отыгрыши у нас сейчас. Ну, а я напомню, что вчера у нас был супер атакующий день, супер серийный. Да, но матчи огромное все равно количество партий очень долго. Да не все, кстати. Полуфиналы играли, по-моему, очень быстро. Наоборот, я комментировал матч девочек. У нас еле-еле сыграли 4 партии. А у Осьминина с Левадой и Абрамова с Зайцевым уже и контур сыграли. Ну, просто там первые две партии ты не видел. Первые две партии продолжались час. Ну, кстати, у Фомкина с Вахитовым и казахской парой Уренбаева Мара вчера такой был крайне интересный полуфинал. Первую партию играли полчаса.
со счетом 8-5 в большой борьбе выиграли россияне, а затем в следующих 5 партиях казахи забили 5 шаров. Слушай, удивительный матч. Прошу прощения, это были не Уренбаев с Амаровым. Уренбаев с Амаровым были обыграны кругом раньше, а это были Чимбаев с Муцеевым. На всякий случай, Чимбаев чемпион мира по комбинированной пирамиде, действующий вице-чемпион мира по свободной. Арби Муцеев, действующий также вице-чемпион мира по комбинированной пирамиде. И эта пара была обыграна со счетом 6-0. Что говорит, я думаю, о чрезвычайной силе и отличной форме Ильдара и Игоря. Да, отмечали они сами ребята в репортажах Стаса Булатского из Ростова-на-Дону, отмечали, что гиперконцентрированы, все у них получается, они настроены на игру, и пока тьфу-тьфу-тьфу, все у них идет. И вот они по-прежнему продолжают на данный момент показывать свою игру. Никита Левада в начале практически каждого матча, бывает, нырнет. И отмечали ростовчане, что никогда у них не было вот вообще по сетке простых матчей. Всегда в начале они проигрывали, и только потом в качестве догоняющих выступая, сравнивали счет и вырывались вперед. Ростовская публика бурно, очень бурно аплодирует, причем аплодирует не только своим ребятам. Каждому забитому шару. Каждому забитому шару, да, с радостью аплодирует и подбадривают молодых Фомкина и Вахитова. Напомню, это главное достижение в карьере как Игоря Фомкина, бильярдиста из Тольятти, так и Челнинца Ильдара Вахитова. До этого турнира у Ильдара главное было достижение. Это выход в финал чемпионата России. Со счетом 6-2 он тогда проиграл Андрею Фрейзе. А что касается Игоря Фомкина, то запомнился он чемпионатом мира 2015 года. Когда дошел до четвертьфинала, победил. Вот сейчас прямо на лице Ильдара Вахитова. Ну как? Прям тянется. Выход из своя. Ну, упоминать в комментариях для Станислава Булатского, кстати, Никита и Владислав, что турнир в каждом. Вроде отменяющий. Можно вспомнить безумно тяжелый, совершенно безумно тяжелый матч команды Кыргызстана в финале с Дастаном Бекшаковым и Азиза. О, как раз Боба пойдет. Это первые две партии дали ския киргизы. Потом выиграли. Счет уже был 4-2. Киргизы, но Влад с Никитой вытащили этот матч, дали 8 ския, 4-4, дальше проиграли. Значит, сегодня начинается партия в пользу ростовчан. Вахитов с Пуфом готовы к партию с ския. Такой убедительный партий в этой финальной встрече.
Фомкину стола. Да, безукоризненно. Ну вот вчера был такой день, я не знаю, сколько было сыграно партий с Кия в течение 6 мужских матчей, но десятка полтора, наверное, больше, точно, если не все два. Очевидно, что те пары, которые дошли до четвертьфиналов, до полуфиналов, уже были очень хорошо сыграны, разыгрались. И вчера был, наверное, день, один из лучших турнирных дней в истории пирамиды. Очень много красивых партий, красивых шаров, больших серий. Один неудачный удар Левады и красивая серия. Красивая серия, 8 с Кия. Как в свое время говорил, помню, мне в интервью Владимир Пивоваров, харьковский тренер, первый тренер Александров Паламарей. Русский бильярд – это игра на забитие шаров. Нужно тренироваться и быть в таком состоянии, чтобы забивать 8 с разбоя. И неважно, в какую игру, всеми шарами либо одним. Подошел к столу, положил 8. Если не можешь, иди тренируйся. Да, лучше даже больше, чем 8. 9-й шар сейчас забивает Ильдар Вахитов. Да, серия продолжается. Чужого в середину, но я думаю, для Фомкина уже здесь не осталось секретов, как играть в эти средние лузы, рассекретили к концу турнира. Антон, вот сегодня еще, наверное, не спрашивали, я тебя как бывшего сотрудника Руптура, или, скажем так, да, бывших сотрудников Руптура, наверное, не бывает. Расскажи, пожалуйста, о столе, на котором играет финальный матч. Ну, стол компании Ruptur, все верно замечено. Измененная модификация старой проверенной модели, самой популярной у Ruptur из серии Magnat. Он буквально 5 или 6 лет назад, боюсь ошибиться, был чуточку доработан и стал называться Magnat Lux. Стандартный, типичный, самый распространенный клубный стол Ruptur. Когда я еще работал 6 лет назад на Ruptur, уже на тот момент таких столов было на постсоветском пространстве более 2000. То есть ничего не только себе. Мне, но большинству, наверное, бильярдистов знаком этот стол. Ну вот я вижу с удовольствием, что у нас нашелся в чате такой распорядитель чата, который призывает чатлан, как мы вчера с Антоном уговорились называть наших посетителей чата, да, вести, скажем, задавать вопросы по существу и вести себя корректно. Спасибо Олегу Галицкому, тренеру из Ровно. Познакомились мы в Калинковичах. Заслуженный юрист, знает, что делает, и взял на себя функцию. Нет, мы, естественно, в нашем чате. Все вот эти возмущения, которые в чате высказываются, естественно, мы чат читаем, естественно, я лично все передаю сразу в Ростов, в съемочной бригаде Федерации русского бильярда Ростова-на-Дону, режиссеру этой трансляции. Если вы думаете, что мы эту трансляцию делаем только для того, чтобы потешить свое самолюбие, вы ошибаетесь. Естественно, она делается для вас, для зрителей. Камера была перенесена через весь зал, чтобы показывать вот этот ракурс на пирамиду, а не от пирамиды. Вот первый промах у нас у Игоря Фомкина. Да, первый промах. 11. Пишите свои замечания, только, пожалуйста, чуть поддержанней. Констатируем мы первую крупную серию в этом финале. 11 шаров сыграли Ильдар и Игорь. Вчера, помню, я его что-то в чате один разик назвал. Ой. Какая-то ошибка, идеальная позиция. Блин, с остановочкой падает нормально. С остановочкой? Ну, на ударе. Продавливается даром. Да, с остановочкой. Наверх, да, с остановкой он туда, он упадет, это вообще без вариантов. Ну, вообще в лоб бей его вообще практически. Не надо на верхнем, ты что, гонишь-то?
сейчас у нас активно включились. У ребят слышали, рассказывал об этом ударе Влада Шмидинкичева. Ну, повторять мы это не будем. Мы, в принципе, наверное, теперь будем больше молчать и наслаждаться игрой. А вы будете слышать, как обсуждают ЗМСы, заслуженные мастера спорта из Ростова-на-Дону в декабре прошлого года, 15 числа. Вот практически на Новый год им дали корочки заслуженных мастеров спорта по бильярду. Ну, кстати, если хочешь, можем посчитать, сколько у нас... Вроде сейчас был шум, вроде сейчас он пропал. Никита с Левадой 3 шара сыграли, по-моему, уже даже 4. Влад точно на свояке. Думаю, сейчас очень приятно бильярдистам играть. Каждый удар буквально под аплодисменты. И пока играем мы по схеме один промах, сразу партия. Ошиблись в первой партии Осьминин с Левадой, получили 8 с кия. Во второй промахнулись Фомкин с Вахитовым, и дело все идет к тому же. Просто отличную форму набрали Осьминин с Левадой по ходу турнира. Это видно по ударам. Средние и выше средней сложности удары выполняются очень четко. Еще один отличный удар Левады. 1-1. Бурные продолжительные аплодисменты. 16 минут мы потратили на две партии. Очень неплохой темп. 1-8, 8-3 счет по шарам. И на партию ския, партия ския. Ну, пока тут у нас перерывчик, пока пирамида восстанавливается. Быстро о вопросе в чате. Куда пропали метки бриллиантовые с руптуровских столов? Да никогда не было меток на русских столах. Если что-то вам такое попадалось от фабрики Руптура, это, наверное, на заре ее становления, когда привозились импортные бэушные столы, реставрировались и продавались. По большому счету... Бильярд, и вот именно так тут и начал развиваться на нашем пространстве. Задают вопрос, кто знает про кии и наклейки финалистов. Ну, могу сказать, если эта информация еще не устарела, Влад Осьминин много лет играет. Устарела. Кием... Понял. Устарела. Тогда я про Бориса Григорьева молчу. Все, я да. Кием Бориса Григорьева сейчас играет Никита Левада там. А у Влада сейчас кий Евгения Штофуна. А Никита Левада играет кием Бориса Григорьева Владислава Осьминина? Не знаю, не думаю. Хотя Влад сменил очень много их киев, они, наверное, все его теперь по праву.
каждые полтора, два, три месяца он обязательно менял кий на протяжении долгих лет, на самом деле, да. Точен на разбое. Да, продолжается серия. Вахитов с Мултиком наиграли 11 шаров. Смотрим. Этот лучше. Вот этот лучше. Центр. Давай центр. Сейчас выразительный комментарий. Я пока такой не буду бить, рано. Выводы можно сделать из этого комментария. Сыграли серию Вахитов с Фомкиным. Ты, Асьминец с Левадой ее уже как минимум повторили. Да, может, подыграемся? Ну, да ничего не дает, Никит. Пожалуйста, давай спокойней. 1-1 ведем все эти куда нам. Еще у нас впереди много времени. Отыгрываться как-нибудь. Многие неоднократно отмечали, что разный характер у Никиты и Влад. И мы это слышим. Это небезопасно стоит? Мне кажется, безопасно. Сюда поставишь. Только что вперед сильно не прокатился, под чужого сюда не стал. Здесь оставишь, того прям туда, к нему. Да. Можно в шара попасть даже. Ну, сейчас был такой любопытный. Сейчас такой любопытный достаточно комментарий, который, наверное, отражает разницу все-таки в стилях Влада и Никиты. Никита хотел атаковать, Влад ему просил отыгрываться или давай спокойно играть. Интересный очень был момент. Thank you.
Витя Малик в чате на Ютубе пишет, мол, призовой сковывает финальную игру. Да нет, не призовой, командная игра сама по себе. Никита Левада уже сыграл бы вот эту парочку от кучи в угол, если бы не его напарник по команде. Ответственность за двоих, да еще и за весь свой город, и за свою родную федерацию, вот она сковывает. Никита, она снимает камеру, улыбка хоть нормальная, тут улыбайся. Нормально. Сейчас было такое впечатление, что микрофон у Владислава Осинина. Такой четкий звук, когда он мелил ки. Ну а размявшись, скажем так, в первых двух партиях, сыграв поп-партии с кия, ушли в отыгрыш сейчас соперники. И вполне вероятно, что именно в позиционном ключе будет идти матч. Серьезные деньги на кону, серьезный титул, нервы. Так что, вероятно, мы увидим сегодня больше позиционную, чем атакующую игру. А я напомню, что в мужском турнире призовой фонд у нас 4 миллиона рублей. Миллион 400. Проигравший 900 тысяч. Что? В этой конкретной встрече разыгрывается 500 тысяч рублей. Просто своего на короткий борт, а чужого двух бортов поднять? М? Своя. Значит, своего как поставишь? Да, я там поставлю. Его на короткий. Да не надо видеть, он того не стоит. А если вот это просто? Значит, здесь ничего не будет, ты кати. Сейчас, наверное, первый раз в матче мы подробно такое слышали, подробный анализ игры от Ильдарова Фомкина. Да, именно сейчас вот их голоса были в эфире. Спрашивайте, кто второй комментатор. У нас аж 6 комментаторов. Я комментирую вместе с Русланом Корененко, главным редактором сайта Лиги любителей бильярда, и по микрофону у нас на каждом из игроков. Смотрю, что этот финал смотрят все, даже кто каждый день говорит, что это гадость, что это смотреть нельзя, что это хлопушка, идиотизм. Но, тем не менее, наверное, насильно себя такие люди привязывают к креслам и продолжают смотреть наш матч. Да, даже поразительно, что вот эта категория зрителей посмотрела больше встреч даже, чем мы. Из
знает, по-моему, Антон, все наши комментарии, каждое слово буквально, что мы говорим, записывается. Это популярность, смирись, Руслан. Хватит ему силы, чтобы... Хватит? Интересный комментарий в чате от Дмитрия Кузнецова. Пишет, мол, Влада вчера в полуфинале прямо руководил своей командой, а сейчас Осьминин более как капитан выступает. На самом деле там полное равноправие в этой паре. Вчера Осьминин, наверное, чуть-чуть нервничал, или Влада это замечал, поэтому Никита руководил процессом чуточку больше. Да, я с тобой согласен, очень равноправная, очень сильная пара. И, наверное, такие личные амбиции смогли ребята на этом турнире умереть и играют на команду. Вчера было видно, что на команду играют друг на друга. Так же, как и Ольга и Диана играли очень за командой, все-таки бильярд и выиграла. В среднюю Влад играет. Никита, иди сюда. Во-первых, он не падает. Ну иди отсюда посмотри. Ну ты отсюда посмотри. Нормально. Я лучше чужого с выходом сыграю. Да. Сейчас была, я думаю, очень интересная оценка позиции от Владислава Осьминина. В двух-трех словах все разобрал. Показал Никите. А чужого не получилось сыграть. Да, он всем показал. Это тот промах, который может стоить еще одной партии ростовчанам. По технике играл без мандража. Именно в этот перерез, да? Перерезался. Не представили мы рефери этого матча. Владимир Сергеевич Бабаев обслуживает встречу. Можно сказать, что ошибка из тех, которые в итоге могут повлиять на конечный результат. Полностью открытые позиции. Допустим, ошибка. Да. Я думаю, сейчас это придется. Надо как-то провести 2-1. Спрашивают, почему до этой встречи не было так слышно из игроков, но я должен сказать, что звук здесь совершенно другой, чем был в прошлые дни.
сегодня идет телевизионная трансляция, и звук нам дают телевизионщики в эфир, поэтому здесь, наверное, нет вопросов ни к комментаторам, ни к организаторам. Перерыв берут у нас игроки из команды «Россия-6», я так подозреваю. Ну да, я тоже «Россия-2» вырвалась вперед, и... Ну что, вырвалась вперед, она довольно-таки ожидаема. Все-таки Вахитов и Фомкин допустили две ошибки за этот вот 35-минутный отрезок матча, который мы успели понаблюдать. И за две ошибки наказание две партии. Ну, последними ошиблись в этой партии. Игорь с Ильдаром сначала. Влад Осьминин подарил позицию, потом... На первом же ударе ошиблись Вахитов с Фомкиным, и у нас 2-1, немножко отдыхаем. Интересный вопрос. Почему Осьминин и Левада не «Россия-1»? Грязнов Егор спрашивает. Да я даже знаю, почему. Поскольку в прошлом году этот номер не принес им успеха. И сейчас они решили, видимо, попробовать пойти от обратного. Отдали первый номер кемеровчанам Тузову и Фрейза. Микрофоны, гарнитуры на каждом из игроков. И мы прекрасно слышим все, что обсуждают. Ильдар, Игорь, Никита и Влад. Когда следующий турнир для онлайн-зрителей будет? Интересный вопрос. Вячеслав, могу сказать так. Я буквально вчера общался с Александром Гетманцем. Ну, наверняка вы знаете, что это президент Федерации бильярдного спорта Молдовы. Через месяц там будет первенство мира среди юношей по свободной пирамиде. И Александр сказал, что, скорее всего, пару камер он установит. Стало быть, я думаю, первенство мира по свободной пирамиде среди юношей до 18 лет мы увидим в прямых трансляциях из Кишинева. Ну, а потом традиционный 4-миллионный турнир, если не вырастет вдруг, надеюсь, не уменьшится, призовой фонд в Ростове-на-Дону, Савиди, Уссурийск, опять же. Я думаю, что все эти турниры не пройдут мимо интернет-зрителей. Костя настойчиво спрашивает, хотя уже все ответили два раза. Григорьев и Штофан, мастера киевных дел, чьими киями играют у нас финалисты, Осьминин и Левада, в частности. Вахитов и Фомкин тут не скажу. Когда будет турнир в Питере? Да в Питере каждый день турниры.
Почему решили оставить именно эту камеру как камеру основного вида? Ну, руководство посчитало, руководство, организаторы этого турнира посчитало, что вот для разнообразия должна быть и вторая камера. Так им удобнее. Поэтому все, точка, хватили, закончили обсуждение камер. Дойдите до компьютера, не поленитесь, включите на компьютере и переключите вид на стандарт, если вы, там, вам так надо. Сергей Кодинцев, когда будет проходить турнир имени Савиди? Ну, посмотрите, пожалуйста, на сайте Федерации Ростова-на-Дону. Бильярдростов.ру. По-моему, еще нету там точной даты, но сентябрь месяц. Какой будет финальный счет? Оригинальный вопрос. 7 сколько-то? Кстати, 7 минут продолжается у нас перерыв стандартный на этом турнире. Не 5 по регламенту, а 7, поскольку тут достаточно большие площади, и даже до уборной дойти это надо проделать определенный путь. Кстати, очень часто задают один и тот же вопрос, когда же придут букмекеры у нас в бильярдный спорт. Мне перед матчем буквально скинули ссылку на одну контору, Favbet называется, не думаю, что это я сильную рекламу ей сейчас дам, со словами, мол, есть, там периодически появляются, да, там появлялись и на Аджарию, турнир Аджара Open, там был финал, и на этот матч, кажется, тоже была линия, но матч был в линии. Но, честно говоря, сейчас я эту встречу вот не нахожу здесь и в лайве не вижу. Может быть, до начала матча только принимались ставки. Увы, не скажу. Но это уже не первый, а третий раз, когда я наблюдаю, что букмекеры проявляют интерес к русскому бильярду. А у нас тем временем в чате еще много вопросов о ближайших турнирах. Спрашивают, когда ближайший турнир для интернет-зрителей. Ну, есть подозрение, что покажут в интернете юношеское первенство мира в Кишиневе. Это середина августа. Кубок Савиди, если я правильно понимаю, 19 сентября начинается. Но я думаю, ростовчане точнее ответят. Но обычно Савиди играется в клубе «Олимп». Спрашивает Колоса, в каком клубе. О турнирах в Москве, ну, до конца года, осенью будут в Москве Кубок Кремля и Принц Оупен. Включаются микрофоны на игроках. Слушаем их внимательно. Можно не газированную водичку? Это газированную? Да. Сейчас, а то мою воду кто-то унес. Ага.
Принесите, пожалуйста. Четвертая партия, разбой и атака Никиты Левады сразу. Не забили шар Фомкин с Вахитовым. Чужого в угол налево играет Никита. Стандартный вступительный удар серии, от которого очень много зависит от точности проката. Почти идеально сыграл сейчас Левада. Почти идеально, но не идеально. Тем более, что там половина шаров перекрывает друг друга от пирамиды. Надо сыгрывать вообще, подкатить в самую лузу, и тогда вот тогда можно быть спокойно за партию с кия. Блин, с подбоем было бы классно. Ну, нормально. Да я знаю, я тоже боюсь. Ну, очень Наташка. Четко. Боже, сейчас. Очень четко разыгрывает позицию. А на верхнем не сможешь? Ну да, да, да. Или того еще заденем. Тут средний свой есть, если что еще. На среднюю лузу отличный выход. Если кто еще, те, кто верит в пару Вахитов Фомки, я думаю, рано здесь заканчивать этот матч. Все только начинается. Сколько? Уже 7? 7. Ого. Интересный сейчас комментарий. Влад, сколько шаров? Удивился так, что так быстро, наверное, наиграл соперником уже 7 шаров.
И Владислав играет партионный шар. Точно. Один ростовчане разбивают пятую партию. Да, из четырех сыгранных партий у нас три было с кия. Очень неплохо. Хотя Руслан еще давал прогноз, что у нас больше будет позиционный бильярд, чем атакующий. Но вот, позиционной игры было предостаточно в то же самое время. 50 минут на 4 партии не очень быстро. Но три партии с кия. Три партии с кия, но ошибки... Ошибки наказываются безжалостно. Я думаю, вот ошибка Вахитова и Фомкина, если не ошибаюсь, в третьей партии, наверное, может, боюсь, что может поломать даже игру молодым ребятам. Игру не поломает, но этот матч она уже изменила. Что, Левада промах? Да, и отличный шанс сейчас опять вернуться и вернуть нам интригу. Шикарно, отбортнулся. Ну, просто песня. Но я попрошу все-таки наших... зрители в чате все-таки держать себя в руках, особенно тех, кого знаю, прошу лично прекратить просто нести уже такой совершенно сумасшедший бред. Я думаю, поняли, кто, кому я сейчас обращаюсь. И все-таки давайте досмотрим нормально наш финал на нормальном хорошем турнире. Игорь Фомкин, вступительный удар есть, вступительный выход также. Подумай, если нет, то чем другой придумаем. Так, можно сыграть? Да, зато с подбоем. А если вот это вот, а если вот это вот, блядь, его надо через три борта возвращать в ту же лузу. Либо куда-нибудь переводить, я просто не знаю. Едва-едва этот подбой не навредил сейчас парням. Хорошо, хоть одна пара осталась, которая смотрит в сторону лузы. Ну вот хорошо ты сейчас сказал, именно в сторону лузы, а не в саму лузу. Сложный шар. Все-таки я думаю, сейчас сложный будет шар для игры. И, наверное, кстати, две пары смотрят. Каждую середину смотрит по паре шаров. И обе сложные. Те, которые поближе стоят, там меньше резко. Можно как-то поудобнее приложиться, потому что те, которые на дальней дистанции друг от друга, между которыми расстояние, там шар вообще, в принципе, непонятно, куда руку ставить. На борт ставить, либо перед шаром. Такое ни то, ни сё расстояние.
сейчас готовится Игорь Фомкин. Но непростой и очень важный. Игорь. Забил. Серия после двух относительно простых шаров, третий уже был сложный. Справился с ним Игорь. Продолжается серия. Фомкин точен. Фомкин точен, это 5 шаров. Ну, такая достаточно сложная серия, причем уже второй или третий раз сложные шары выпадают на долю именно Игоря. Можно забивать? На 5 шарах заканчивается эта серия. Yeah.
начинать переводить. Да, идеально проходит вообще. Ну тогда пусть мешает, ничего страшного, забить надо. Рядом сейчас это шар Никита Левада. Перекатил его через мышцы, через среднюю линию, но есть свояк. Свояк неплохой. Рвется трансляция, да, какая-то беда у нас с Ютубом. Канал, интернет-канал непосредственно в Ростове-на-Дону очень мощный, толстый. Перекатывать? Ну, какие-то проблемы, явно это, что мы будем сказать, Ростова. Да? А мы зайдем там? Лучше вот эти. Ясное дело, Вахитов и Фомкин будут сейчас отыгрываться, поскольку у них 6 шаров, можно и потерпеть. И сказать, надо сейчас Осьминину и Леваде, если они хотят взять еще одну партию и упрочить свое лидерство, увеличить перевес. Реально стоит. Как же он идеально стоит, сейчас слышим голос Никиты Левады. Нет, Никита. Владислав Осьминин. Да, наверное, Влад это был. Но тем не менее Никита промахивается на этом идеальном, по словам его партнера, шаре. Ты что, боялся подбить пирамиду, что ли? Боялся подбить пирамиду?
Фомкин свояка в угол направо. Есть шанс сейчас у молодой команды выиграть эту партию. Еще будет 3-2. Чужой. Что, бей свояками? Играет Эльдар, очень важный шар. Надо заканчивать эту партию. 3-3-2, в пользу отмена дела. Ну, а не дрогнул в нужный момент. Не дрогнул, хотя мог дрогнуть сейчас Эльдар, но свояк точен и 3-2. Нет у нас никакого перерыва, вы перепутали. Сейчас будет продолжение матча. Начнется 6-я партия. Черед разбивать Владислава Осьминина. Это я уже перепутал не Осьминина, а Вахитов у нас у стола. И точен Эльдар. И не первый раз. Ну, очень важный момент встречи. Сейчас ребята положат 8 ския. Будем констатировать, что разведка боем завершилась. Первая половина матча принесла равный счет. Или оставь на клуб, что есть. Если на клуб, что есть, надо сюда выйдет. Попробуй, посмотри. Вот, на тренированный разбой. Игру для нас.
хорошо было слышно ребят в эфире, как обсуждали они позицию. В каждом ударе приходится делать достаточно сложные удары и принимать сложные решения. Да, первый финал такого уровня для Игоря, для Ильдара. Ну-ка, я думаю, так. Первый финал. Ну и напомню, что вчера еще показали спасибо за помощь. Совершенно фантастическая карта. Играл последовательно 6-1 и 6-0. Две очень сильных казахстанских пары. Сначала 6-1 с Алибеком Алмаровым и Дауреном Уренбаевым, а затем 6-0. Эрнара Чимбаева и Арды Муцыи. Почти все у меня. Переводи в ту лужу, все. Он нам туда, скорее всего, туда, тут направо переводи, и все. Он пойдет. Ну. Смотри сам. Все-таки продавливается. Шаров и чужой в угол есть. Игорь Хомкин идет забивать восьмой шар и сравнивать счет. Три из шести партий. Да, самый особо наблюдательный пишет в чате, что счет по партиям слишком однообразен. 8-0, 8-0, 0-8, 0-8. Ну, это свободная пирамида, так и должно быть до поры до времени. Из 6 партий 4 было сыграно в себя. Thank you.
твои варианты. Вот игруш. Свой танк в авто сейчас оставляй. Свой танк с пацанами есть, а тут поедет на короткий. Наконец-то отыгрались у нас Васильев и Фомкин. В 3 минуты продолжается эта партия. 3-3, играем, как вы верно замечаете, да, до 7 побед. Это финал командного чемпионата мира в Ростове-на-Дону. Я напоминаю, что у нас в окошке на Ютубе можно переключить виды из камер с основного вида на дополнительный. Есть стандартный ракурс, а есть вид сверху. Находите в браузере, наводите курсор на окно плеера в Ютубе, и там есть специальная такая иконка со стрелочками влево-вправо. Говорили мы с тобой, Антон, по поводу. Я думаю, что будет. Совершенно не слышу, что ты сейчас вещаешь, поскольку у меня продолжает пропадать звук. Как только включаются у нас гарнитуры на игроках, идут страшные шумы, и я тебя просто вообще не слышу. Увеличивается у нас количество читателей, количество зрителей, 1074 человек. Смотрим, как развивается событие в 7-й партии. Антон, слышишь ли ты меня сейчас? Ну, сейчас более-менее слышу. И жду, вроде... когда услышу что-нибудь от игроков. Они опять призадумались над позицией, но почему-то гарнитуры, в принципе, сейчас не работают, у меня такое ощущение. Да, проблемно сегодня весь день. Вспоминаю прошлый чемпионат. Очень почти работали гарнитуры, хорошо слышали. Ну, я надеюсь, что хотя бы так, что это нормально.
там дает сейчас по какому-то, наверное, это историческому качеству. Матч ТВ, естественно, картинки и звук, они там диктуют все условия. Федерация не влияет сейчас на эту картину. Вчера было, по-моему, намного лучше, хотя тоже стали вопросы. Ну, я не знаю, я комментировал матчи без, без гарнитуры, так что не могу даже сказать. Там бить неудобно. Самая напряженная у нас седьмая партия. Самая такая. Справа резко, там на бортов встанет. Защитить одного шара. Смотри сам. Эльдар Вахитов после очень... Ну вот она, атака наконец-то, и я думаю, что сейчас мы увидим первый забитый шар после 10 минут отыгрыша в этой партии. 11 минут уже продолжается она. Спрашивают, кто сейчас комментирует для Матч ТВ, но я, насколько знаю, делают немножко по-другому. Сначала снимают встречи, а потом уже в студии приглашают комментаторов, записывают комментарии, накладывают на трансляцию. Просят порекомендовать самые интересные игры турнира. Вы знаете, очень много было, действительно, удался, как кажется, по качеству. Против Абрамова и Зайцева. Наверное, минимум два. Абрамова и Зайцева. Абрамова и Зайцева. Абрамова и Зайцева. Абрамова и Зайцева. Абрамова и Я бы порекомендовал все встречи с участием наших финалистов Осьминина и Левады. В принципе, сразу все. Антон, в этой партии, но, похоже, твоя радость была недолгой. Теперь еще 11 минут до следующего шарика покатаем. Ничего удивительного, в принципе, большинство встреч на этом турнире развивается именно таким способом. Вот таким образом. Есть серия, все, серия ведется, нету серии, глухая оборона. Я
что-нибудь известно? Сюда отшел, потому что... Дублетика как бы бьешь? Не, вот этим. Он как раз сюда вот показывается. А свой, ну, поднимай куда хочешь. Забьешь ли ты? Да. Не, ну в смысле, где там? Давай. Ришара на данный момент у команды «Россия-6», Вахитов и Фомкин вышли на простор и начали поливать по лузам. Вот что, да. В привычном ключе.
Дмитрий, игра с продолжением. У нас в этой партии Ильдар Вахитов, Игорь Фомкин близки к победе в этой очень сложной, очень напряженной партии, которая может, по-моему, стать переломной. Серия ведется очень непростыми ударами. Вроде и стараются улучшить позицию друг для друга Вахитов и Фомкин, но приходится вот такие через всю поляну играть. Хорошо, что не подпишись. Чувствую середину. Да, идеально вообще стоит. Ну, на карту? Или на ударчик? Вот там. Спасибо, конечно, вспомнил сейчас. Великолепный удар, великолепный пас сопернику, пас партнеру Влада Сменину стола. Подбить не получится этого шара? О, подожди, 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 не спеши. А, нет. Да я не забью его, ты чё? Да не забью, они стоят близко слишком. Ладно. На каком минуте? Никакого. Никит, Никит, подожди, не спеши. Тут подбивается хорошо. Какой-то разлад сейчас в команде ростовчан мы наблюдаем. Разлад. 5-2. Не послушал своего партнера, сыграл по-другому. Выбирай, что легче, середину или выбор. Бей. И 5 шаг. Это не... после матча сделать видеорепортаж, что этот момент, наверное, один. Спорная ситуация, разошлись. И отдают просто первый.
сложная партия, сложные удары приходится выполнять. Сейчас Игорь Фомкин. Сложный, но очень важный удар. Угол направо. Сложную партию, в которой проигрывают с разницей в 4 шара. Ну, я не думаю, что они прямо на этом подходе постараются вытащить партию. Парочку шаров бы отгрызть. Если у них настолько пассивные позиции, что это просто благоприятно для долгих утомительных отыгрышей. Может быть, полюбить соперника, да. Кстати, Осьминов участвует. Ну а что, какие-то варианты? Вот чужой. Либо это чужой. Ну свой, да, тоже. Ну да, да, да. Наверное, по технике, с винтиком, по технике. По технике с винтиком не получилось сейчас. А вот там ударик, кстати, два, тут сложно. Оттяжки поставить. У меня есть такое подозрение, я, может быть, даже уже и прав буду. По статистике, чем больше обсуждают удары Осьминец и Невады, тем больше дают мимо. Когда они выходят и сами играют свою игру, все окей, все отлично у них получается. А когда они начинают включать как команда, то чаще всего на Никите это все дает сбой. Ну, я думаю, это можно объяснить тем, что в разных стилях игры Влада Никита по-разному они понимают. По-разному. Ой, отлично. Да, зрителей смотрят нашу трансляцию и наблюдают, как Игорь Фомкин бьет сложный, чужой в среднюю, промах. 7-3, Махида Фомкин. Да, очень жаль, что у нас такая аудитория не наблюдалась вчера, потому что, как правило, самые интересные, самые яркие матчи – это финалы и четвертьфиналы. В финале там антраж, желание победить. Это тоже очень приличный такой отрезок. 4 пасты, если я не просто ближе вместе с вами. Ну, причем такой тезис о том, что полуфиналы — это лучшие встречи турниров, справедлив далеко не только для бильярда, практически для всех игровых видов. Там шансов нет, не падает, Никит. Без варианта вообще. Вообще не падает. Что с машинки толку? Ты знаешь, с машинки катни. Покати с машинки.
Подожди, не бей, Никит. Дай машинку. Смотри. Да ничего страшного, что? Проиграли, проиграли. Центр выход. Никакой выход, с подкатом играешь под того. В лоб катишь, вот. Он прямой стоит. Прямой. Где он прямой? Вот смотри, прямой. Чуть-чуть режешь, он вообще вдеваться ему некуда. Вообще чуть-чуть режешь. Главное. Нет. Только прицелься вот, ну. С недорезкой играю его. С недорезкой. И слабо катни, вот тут. Просто проиграть. Просто проигрываем партию. С недорезкой. Не дорезай его. Слабо катни. Ну хорошо, что? Ну а варианты какие другие были? А, это по ощущению, что поплыл немножко. Вот вторая ошибка подряд. Не просто вторая ошибка подряд, а как я уже заметил, это ошибка у нас после обсуждения ударов. Как только склад 8 начинает пытается повлиять на Никиту Леваду и навязывает ему свою точку зрения, предлагает свои удары выполнять, получается так, что Никита у нас ошибается, и это уже не первый, не второй, и даже не третий раз. Почему Осьминин играет без выходов, пишете вы? Да есть очень простое объяснение. Все его выхода делаются, когда он уверен в себе, но если он не уверен в забитии, то, соответственно, и по выходу он не играет. Да, взяли, похоже, взяли перерыв Никита и Влад. Есть им о чем подумать, о чем поговорить. Да и возможность такая есть. Каждая команда имеет право на 2 перерыва у нас в финале, как и в полуфиналах. 7 минут паузы, поэтому задавайте вопросы, если они есть у вас, если вдруг накопились. Потому что сейчас самая большая аудитория. Ну, о чем мы с вами можем поговорить в эти 7 минут? Следующий турнир, который, скорее всего, будет в трансляции, это первенство мира среди юношей. Александру Гетманцу огромный привет. Вчера я с ним общался, он говорил, что, скорее всего, будет пару камер там. Потом, естественно, осень, и там очень много интересных турниров. И здесь же в Ростове-Савиде, и в Уссурийске. Ну и так далее. Еще, опять же, 2 чемпионата мира у нас предстоят в индивидуальном зачете. Ну, как обычно, осень, турнир за турниром, фактически каждую неделю. Ну, я думаю, сейчас именно, наверное, даже не столько от психологического состояния Осьминина и Левады, сколько вот... Не знаю, вот их взаимоотношения, вот их подходу к каждому удару, как они будут обсуждать его, либо не будут обсуждать, наверное, и зависит во многом судьба матча. Вахита Фомкин уже показали, что, собственно говоря, в бильярд играют они, ну, как минимум на том же уровне, что и чемпионы мира многократные. По крайней мере, на сегодняшний день. Да, по большому счету открытие этого турнира, хотя и Вахитов, и Фомкин, они давно на слуху, и давно известно, что играть умеют и класть умеют. Да, но в принципе ребята уже даже вышли из юниорского возраста, и пока не было громких успехов, я уже говорил, Ильдар Вахитов, 1 финал взрослого чемпионата России по динамичной пирамиде, а Игорь Фомкин, высший результат, я думаю, все-таки это 4-финал чемпионата мира. Ну, они из юниоров вышли всего-то ничего пару лет назад оба, если посмотреть, да? Если да, по 20, там, то есть, если не ошибаюсь, они 96-го года оба. Самое время начинать по-серьезному прогрессировать. Уже ты не ребенок, можешь сам решать, чем тебе заниматься.
Федор, да, все вы правильно отмечаете. Именно в репортаже Станислава Булацкого Влад Осьминов вчера сам все рассказал, что у них такая карма, играть не очень уверенно, проигрывать на старте и потом тащить за счет опыта, даже несмотря на то, что разбой не идет. У соперников, на удивление, все получается, потому что соперников они порой недооценивали. С молодежью очень тяжело у них проходили все встречи на этом турнире, что Качелиди с Баловым, что Иосиф Абрамов с Семеном Зайцевым. Это были очень сложные для них матчи. Ну, карма. Помните, как Португалия выиграла на чемпионате Европы? Ну да, все прекрасно помнят. Только чьим кием играла сборная Португалии? Вы не скажете, какого мастера? Ростислав Сенькин спрашивает, какой приз за первое место? 1 400 000. Финалист, проигравший, получит 900 тысяч рублей. Команда, естественно, не на человека, а на команду. Соответственно, 500 тысяч разыгрывается в этом матче. Плюс 500. Ну, я рискну сказать, что именно конкретно в этом матче, учитывая, что он проходит в Ростове-на-Дону, мне кажется, для Влада и Никиты важнее титул, чем деньги. Вот именно конкретно в этом матче. Очень им важно выиграть, стать чемпионами мира в команде. Я думаю, если они это сделают, я думаю, различные преференции от Ростовской Федерации, от ростовских любителей бильярда, я думаю, превысят даже призовые на этом турнире. Учитывая, ну, как любят в Ростове своих игроков, как о них заботятся. Конечно, тем более, что мы сами прекрасно знаем, и вы можете посмотреть на сайте Ростовской Федерации Русского Бильярда годовой отчет и посмотрите, какие премии лучшим игрокам выписываются. Тут одними призовыми просто не ограничивается дело. Есть много бонусов. Да, я думаю, что такая вот сумасшедшая поддержка со стороны своей федерации, которая есть у Влада и Никиты. Я думаю, ни у кого больше, ни в одной федерации такого нету. И когда заходит... На протяжении 5 дней турнира я все время говорил, что в принципе этот турнир создавался под этих ребят. Под Влада и под Никиту. Они становились чемпионами Европы, становились чемпионами мира. Оба становились абсолютными чемпионами мира. И ростовчане, вот чтобы как ни у кого, организовали, придумали командный чемпионат мира исключительно под эту пару. Год назад ничего не получилось, в четвертьфинале сошли с дистанции, но в этом году, естественно, борются. И еще поборются в этом матче, потому что они очень хотят у себя дома выиграть, стать чемпионами мира в команде. Но я хотел сказать по поводу отношения к ростовским игрокам у себя в Ростове, когда идет речь о коммерческих турнирах, когда, ну, не турнирах, прошу прощения, о коммерческих матчах, о различных коммерциях, но фигурируют фамилии практически всех ведущих игроков. Но вот то, что касается Осьминина, Левады, ну вот мало, скажем, истории об их коммерческих матчах, и как бы достаточно мало информации, рискну предположить, что именно коммерции играют они намного меньше, чем другие, и для них коммерция, наверное, в меньшей степени является источником заработка, чем для других игроков, которые не имеют такой поддержки со стороны федерации. Я вообще не слышал, чтобы они хоть раз коммерцию играли серьезную, может, там какая катушка там и была, но чтобы натуральные коммерческие матчи и сводки были, о таком лично я еще не слышал. Да, как бы вот когда идет речь о коммерции, как-то фамилии Осьминин, Левада вспоминаются в последнюю очередь. Я думаю, именно из-за того, что нет необходимости финансово играть им коммерцию и зарабатывать на жизнь. И, наверное, вот Осьминин и Левада, благодаря Ростовской Федерации, наверное, именно подпадают под определение спортсмены. Принято у многих там всех бильярдистов называть спортсменами. Категорически я в большинстве случаев не согласен, но вот именно считаю Осьминин и Левада, то есть спортсмены, которые зарабатывают деньги, которые живут за счет того, что играют в турнирах, выигрывают титулы, кубки. Ну, наверное, да, и можно назвать... не будем скрывать.
многие зрители наши не считают бильярд сами при этом полноценным видом спорта, а если и считают, то все-таки это вот на примере Ростовской Федерации видно, что да, вот это спорт. Ну да, если игроки занимаются тем, что они тренируются для того, чтобы показывать высокие результаты на турнирах, какие даже не думаю. Что я рад. А что центр? Там выпад. Да вот с остановкой стоит. Там освобождается шар. Вот комментаторам сейчас вообще не надо ничего комментировать. Игроки в голос наконец-то начали обсуждать позицию стола. Слушаю, что говорит. Больше Влад говорит. Он играет первым номером в этой команде сегодня. Или с подбоем, или с выходом в среднем получается. На Верочку. Ростовская публика включилась в полной мере. Каждый удар – аплодисменты. Шар, но это особо не нужно. Чужой это совсем не будет. Главное не дернуть просто. Сыграет?
А у нас это уже пятая партия в Кия из сыгранных 8. Очень высокий показатель. Да, показатель неплохой, в принципе, но от финала мы такого ждать, наверное, даже и не могли. Не всякий финал настолько результативен у нас в плане партии с Кия. Да, ну уже вчера было видно, что набрали игроки форму. Вот именно четвертый день это получается турнира получился очень результативным, очень серийным. И сильнейшие две пары чемпионата показывают качественную, достойную и пока очень равную к тому же игру. Никита Левада разбивает промах. И очень разную игру, потому что иногда сидим в очень глубоком отыгрыше. Открываемся в обороне. Есть подозрение, что Ильдар Вахитов тренировался перед этим турниром. В хорошей форме наигран Ильдар. Нет там ни малейших сомнений. Вряд ли, если бы долго не тренировался, в течение 4 дней набрал бы он такую форму. Хотя вот очень многие игроки, когда спрашивают их, почему там неудачно сыграл на том или другом турнире, всегда ответ: я вообще не тренируюсь. Дельфо, но не совсем понятно, есть ли игра. Играть паяк через стол Вахитова. Ну что-то. Да.
Да, своего в угол. Ильдар Вахитов. Стояк Вахитова в прошлом ударе. Игорь Кумкин. Хотер своим стояком. Кроп. Скатывается шар на игру любого соперника. Катить надо. Это все равно спетелька. Уверенно. В стоечке остаешься потом. Вообще его самый. Не слышит Гарусан совершенно, хотя понимаю, что эта партия сейчас будет у нас затишье в этом небольшом очередном перерывчике, и тогда поговорим. С двух подходов забирают партию Ильдар Вахитов и Игорь Фомкин. 8-1 и 5-4 в партии, в матче. Да, вот пишут, что Никита не в форме, но по большому счету все ошибки, которые у нас тут были в этом матче, можно пересчитать на пальцах одной руки. Просто эти ошибки на фоне остальных партий с Кия слишком сильно бросаются в глаза. Да, спрашивают, можем ли мы удалять из чата. Нет, не занимаемся мы с Антоном чатом. Кстати, Руслан, ты проигнорировал там один вопрос. Спрашивают, каким мелом пользуются игроки. Ну, честно, нет. Я увидел этот вопрос, но не знаю я, каким именно мелом пользуются.
пишут, грядет сенсация, но еще рано. 5-4 до 7 побед. Я думаю, в этом матче может произойти еще все, что угодно. Одно могу сказать, что встреча по накалу уже точно получилась, по напряжению. Напомню, в прошлогоднем финале была сухая. Команда Украины обыграла 6-0 Беларусь. Ну а сейчас упорнейший у нас поединок. И Ильдар Вахитов точен на разбое, но он очень аккуратно разбил пирамиду. Вероятно, не удастся продолжить сейчас серию. Третий раз он разбивает, и третий раз он точен. Промел, кстати, интересный вопрос. Ну, я лично пользовался разными. Хотел бы испробовать один новенький под названием «Снайпер». Да, это не играю сам уже супер. Вот. Вы знаете, в принципе, что мел, что не мел, что на самом деле понимание. Мел в природе, по нас кальция, так что три. Верный мел, это, в принципе, способный, обратимый материал, совершенно другим составом. Как мне кажется, главное, чтобы он был сильно не пересечен. Аплодисменты сейчас получил Влад Ачмини за хороший отыгрыш. Разбирается, безусловно, ростовская публика. Бильярды, понимаете, только красивые забитые шары, но и красивые отыгрыши. Партия решили наши игроки порадовать зрителей хорошими отыгрышами и сорвать аплодисменты за понимание позиции. Три партии надо выиграть, да? Ильдар Вахитов. Свояка в середину, очень свояка в угол, очень сложный, очень рискованный шар. Ильдар мажет. И совсем не сложный, и совсем не рискованный шар, зато с продолжением есть наугол сейчас для ростовчан. Да. Это называется нервы. А, ну только хороший подбой по технике. Чека вряд ли это называется нервы, на самом деле. Шар-то был не очень-то и простым, и у нас вообще, в принципе, сейчас очень редко бьют свояков игроки сейчас на чужих, да на чужих. Здесь там увидено оправдание. Угу. И опять же, сейчас несколько пар чужих.
серия должна быть как минимум крупной, а может быть решающей в партии. Долго тщательно готовился сейчас Злата Сминин. Четыре шара на полке Жураставчан. Матч, судя по всему, катится в контровой партии. Наверное, логичное было бы завершение этого матча. И всего турнира. Зрителям очень нравится. Слышите, аплодисменты все более бурные, овации практически. Это Осьминин и Левада всего-то навсего близки к тому, чтобы сравнять счет во встрече. Ну, классическая идет сейчас свободная пирамида. Одна ошибка и все. Одна ошибка партия. 5 партий у нас уже было с кия. Все идет к тому, что шестую. Матч в четвертом строге сыграет расписание. Чат спрашивает, но об этом потом. 6 ошибок. Отменили, ладно? Совсем немного у нас ошибок в этом матче. На... Да просто не отвечает. Но Левада. Ну а свояков играют меньше, все потому, наверное, что в таком напряженном матче, где играет огромную роль нервы, предпочитают играть более надежно, а? Чужие шары более надежные, более прогнозируемые. Ну да, пробивается резина там при всем желании, поскольку створа в лузе большого нету, они просто падают. А на свояках можно и подзастрять. Ну вот, как оказалось, даже на таком чужом можно сейчас ошибиться. Я думаю, что игра входит уже в такую свою завершающую стадию. Где, наверное, нервы выходят на первый раз. Да, мне еще вчера задавали зрители вопрос по ходу наших трансляций, мол, а в чем интерес этого бильярда, если все кладут все время партию с кия? Да не кладут. Пошаливают нервишки, подводят руки, глазомер. Даня, посмотри свойка. В первую очередь, наверное, игра нервов, игра психологии. Потому что очень много игроков сейчас умеют забивать 8 с кия, имеют в арсенале практически все технические удары, но выигрывают в основном одни и те же фавориты, лидеры бильярда, которые выигрывают по много титулов, которых, наверное,
крепче нервы, сильнее психологически. Ну, Ильдар Вахитов и Игорь Фомкин на самом деле сейчас имеют очень хороший шанс так войти в историю бильярда, войти сразу в часы звезд сейчас, потому что выиграть турнир такого уровня с таким призовым фондом в Ростове в финале у Левады и Осьминина, я думаю, это дорогого стоит. И очень-очень сильно хотят Ильдар и Игорь выиграть такие этот матч, пока они как минимум не уступают своим грознейшим, скажем так, соперникам. Я думаю, после этого они не будут самыми желанными гостями в Ростове еще очень долго. Я не думаю, что это как-то отразится на их пребывании. Шучу, в Ростове. Конечно, это же спорт. Бодрый очень голос судьи, так понравился, четко, ясно, громко было сказано. Ну, были вынуждены сейчас Фомкин с Фахитовым идти на этот удар, потому что играть было практически нечего. Трудно было придумать отыгрыши. Чужой через стол, к сожалению, для них не забили. Чужой средний играет Влад. Ну, тянет он сейчас, играет за себя и за того парня, потому что многовато ошибается Никита Левада. Всем шаров. Осьминин и Левада 5-5, и нам осталось посмотреть встречу до двух побед. Ну да, либо две, либо три партии у нас осталось. Федор Куркчи пишет: кстати, комментаторы добавили очень немаловажную вещь. Обувь имеет очень большое значение. Смотрю, что в основном играют в мягких туфлях для того, чтобы нога не уставала. Ну, естественно, Федор, вам ли не знать? Есть специальные модели обуви, которые бильярдисты любят больше, либо меньше. Если обувь удобна, то это, конечно, большой плюс. В неудобной играть никто не будет 5 дней турнира. Странно, что у нас, правда, еще нет таких вопросов. В туфлях чьего производства играют тот или иной игрок? Каюкова, Ачбы, Луцкие туфли. А может, туфли от Штофана? Лазерной гравировочкой. Как проводят перерывы игроки? Игроки выходят на улицу подышать свежим воздухом. Ну, по крайней мере, год назад так было, когда я был, находился непосредственно вот в эпицентре событий. Здесь, в БЦ «Аметист». Миня Боск спрашивает, когда отменят строгую форму одежды на официальных турнирах. Да и так уже давным-давно никто строго-настрого не смотрит уже на одежду. Брюки есть совсем не классического кроя. Давно никто не придирается, если играют игроки в рубашках с коротким рукавом, либо не белого цвета. На предварительных стадиях разрешено играть без бабочек.
может еще и дотяну. Может еще и дотяну до конца. Как настроение к концу трансляции, спрашиваете вы. Руслан, как настроение? Руслан уже весь в отпуске, он вот буквально через 40 минут должен, по-моему, отправляться на поезд, поэтому ждет с нетерпением вот 2-3 партии ския. У меня настроение несколько грустное. Во-первых, очень жаль, что этот турнир заканчивается, потому что очень много ярких эмоций турнир нам подарил, уже подарил, и вчерашний день был просто... просто бомба. Тимур спрашивает, действует ли допинг-контроль. Что значит действует? Он существует, естественно. Но каких-то громких скандалов, которых вы ждете, наверное, нет. А таких я не расскажу. В последнее время бильярд стал куда более серьезным в плане именно спортивности. И поэтому там каких-то серьезных замечаний кому-то... У меня так точно нет. Не, ну вы такие смешные вещи пишете в чате. С этим допингом вы не доедете даже до Олимпийки. Завершается у нас перерыв. Задаются очень интересные вопросы, и в том числе, кто на третьем-четвертом месте. Да, матч за третье место не разыгрывается. Казахстан 2 и Россия 7. Вот эти две команды займут третью ступеньку пьедестала. Эрнар Чимбаев и Эрби Муциев. Иосиф Абрамов и Семен Зайцев. Ну, в чате, как обычно, я смотрю, уже к концу дня пошел совершенно полный беспредел, то есть читать из него уже практически ничего невозможно. И осталось нам сыграть две либо три партии. Матч до двух побед, двух уже достаточно уставших пар, которые почти 3 часа сражаются за победу в этом втором командном чемпионате мира по свободной пирамиде. Ростов-на-Дону, бизнес-центр «Прометист». 17 июля, 17.55. Осталось совсем немного, и мы узнаем ответ на вопрос, сможет ли ростовская суперкоманда, ради которой во многом, как сказал Антон Игонин, и задумывался этот турнир, сможет ли она
Да, сможет ли она выиграть этот чемпионат мира? С первого раза не получилось. Получится 2 часа 30 минут у нас время матча, грязное, с учетом всех перерывов. Начали мы чуть-чуть с небольшим опозданием. Ну, 2 часа 30, и, естественно, уже устали все, да и, в принципе, пятый день турнира. Очень важно сейчас будет разбоя положить шар Владу. Ну, как обычно, разбой определяет во многом игру. А особенно разбой в 11-й партии в матче до 7 побед при равном счете. Влад Осмелин точно. И обратите внимание, очень аккуратно разбивает Осмелин, очень аккуратно. Не слышу, к сожалению, давай не будем перебивать. Да, можно, если от 4 вот так поставишь, тоже нормально. Ну-ка. Блин, там не сильно резко стоит. Даже не сильно видно, не упал. Не сильно, плавненько, под железочку. Ты? Промах ли Влади? Плавненько под железочку бей, просил сейчас Влад Никиту. Но насчет плавненько вряд ли исполнил этот удар Никита. К тому же промахнулся. Ну, более-менее обошлось сейчас для ростовчан. Есть, по-моему, только сложный чужой угол налево. И, наверное, на этом все. Либо от пирамиды скатывать, но, по-моему, там нет такой возможности. Нет, играть от пирамиды можно, там по резке, не скатывать, а просто сыграть одиночный шар можно. Но, конечно, все равно для начала вот это мост на борт и уверенный удар. Да, очень видно, что наигранные ребята, натренированные, вот именно по таким стандартным чужим, видно, что в очень хорошей форме. Игорь с Эльдаром. Победил по выходу сыграть, выход не получился. Не знаешь, как ты играть? Вадим Пешев обращает внимание на ту тему, на которой мы с тобой уже говорили, что очень разноплановые игроки ростовчане. И Влад так более, скажем так, наверное, диктует сейчас свое видение игры Никите. И может быть в этом причина многих ошибок Никиты, что он удары, несколько последних ударов выполнил так, как этого хотел Влад Осмелин, а не так, как, наверное, хотел сам. Рвется, у меня по-прежнему рвется звук. Не знаю, Руслан, говорил ли ты что-то по этому поводу сейчас. Ну, мне кажется, сейчас игра в паре, да? Это как семейный союз. Один должен уступать, должны договариваться. Левада все время уступает и уступает своему более опытному товарищу. Но на пользу команде это на самом деле не идет. Ну вот пишет, им бы поменять номер руководства, но я думаю, что здесь два игрока сами чувствуют, кто сегодня... На эту минуту, в этот день, более, наверное, авторитетный, более может отстоять свою точку зрения. Очевидно, что сейчас это Влад Осмелин. Но пока
Не знаю, может, стоит им сделать эксперимент, и просто чтобы Никита Левада делал свои удары сам, без помощи Влада. Да, я тебя умоляю. Эксперименты надо было проводить, может, ну, в середине крайней, вот, в начале матча, в середине турнира. А сейчас проводить эксперименты в последние три партии, две. Да нет, смысла нет. Чем может полиция? Я тебе просто скажу о том, что если какая-то схема не работает, то никогда не поздно ее поменять. Эта схема не работает, но счет равный. Пацаны не проигрывают. Счет равный, но все-таки, я думаю, вы все ожидали, и пара, составленная из таких игроков, могла бы уже и выиграть к этому времени, в принципе. Если бы показала свою игру на максимуме. Не забываем, что ребята сыграли 4 партии с Кия, и тем не менее допустили приличное количество ошибок. Нет, мне кажется, функциональная просто готовность сейчас у Осьмины и Левады не на высшем уровне у обоих. Да, сегодня больше ошибается Никита Левада, но их команда в целом выступает очень нервно и неровно на всем турнире. У них постоянно проблемы, у них контры, у них не идет разбой. Последние два матча они чудом просто за счет поддержки родных трибун доехали до финала. А Вахитов и Фомкин на расслабончике 6-1 и 6-0. Ну ничего себе, на расслабончике выиграть 12 партий из 13 в Америку таких казахских команд, где получается было 2 чемпиона мира в двух командах, и остальные чемпионы, остальные игроки, призеры чемпионатов мира многократные. Просто не представляю, на каком же-то надо быть расслабончике, чтобы так громить таких игроков. Один-один в 11-й партии, отыгрыши. Напряжение, наверное, уже зашкаливает. Ставки, я бы, если закончили эту партию, было бы неплохо. Выход сам устал по отбиться. Вот сейчас интересно было, то ли это так гарнитура исказила, то ли действительно Эльдар Вахитов шептал Фомкину. Нет, это Владислав Осьминин шептал Никите Леваде на самом деле. А, даже так, да? Да. Было бы неплохо сыграть в партии с Кия. Нормально, сохраняет очень хорошее расположение духа, шутит в такие моменты. Да, таким образом он успокаивает и поддерживает своего напарника по команде, что тоже есть очень важно. Да, давай пусть они ударят. Да нет, давай, надо бить. Не забей еще, просто еще в запасе. Да, и все-таки высмотрели ростовчане этот чужой от пирамиды. Промах Никиты. Даже зрители не справляются с эмоциями. Уже кто-то зааплодировал, еще не успел шар даже до лузы долететь. Да неудивительно, все понимают, насколько сейчас напряжены все, кто имеет отношение к этому матчу. Перспективная позиция. 1-2 шара, и она станет настолько перспективной, что можно будет просто сразу брать партию. Но вступительные удары очень важны. Да, позиция перспективная, и сейчас у Никиты была тоже очень перспективная позиция, которую отдал он соперникам. Эльдар Вахитов бьет. Это не так. Автовыход на дальнюю угловую лузу для Игоря Фомкина.
Нет, вообще здесь вопрос вкуса. Не обязательно идти на дальнюю половину стола. Здесь тоже и на ближней есть, и налево, и направо резочка. Посмотрим, какой вкус у Игоря Фомкина, как подошла вопрос вкуса. Смотрим. Надо находить самый простой вариант. То, что проще, вот этот, не тянуться, чуть подальше дистанции. Тот, что проще, с него и начинать, по мере усложнения потом. Сначала решать вопросы с простыми шарами. А то не так, как некоторые, стремление к лучшему, сразу играть сложный, подбивать еще, не дай бог, ошибаться и отдавать позицию сопернику. Этот шар покупает Игорь. Долго он к нему готовился. Без выхода получилось, чисто на забой. И оставляет свояка сейчас Эльдару. Ты случайно не ведешь статистику, насколько меньше свояков играют у нас ребята? Нет, не веду я статистику. Но ощутимо меньше, я думаю. Достаточно сложно по ходу игры вести такую статистику, если будет время и желание, можно после матча пересмотреть и попробовать подбить некоторые статистические итоги. Практически нет переговоров у нас в эфире. Тишина. Вот это, наверное, самый важный удар, и тогда уж серия точно раскрутится. Непростое начало, очень вязкое в этой партии. Партия длится уже больше 10 минут. Ну, у нас сегодня были партии получасовые, да, по-моему? Или это я уже путаю с женским финалом? Промах Эльдара. Ну, не самый приятный удар он выбрал, конечно, сейчас. Отказался. Да, тут и не было приятных. Отказался он играть чужого в угол. И у меня такое ощущение, что он там, по-моему, все-таки чуть-чуть мазанный, по крайней мере, нужная часть шара не видна. Вот я говорю вот именно об этом шаре, который сейчас Влад играет. Но, похоже, у Влада другое мнение. Или как и нет. Кстати, смотрю я на счет, идет 11-я партия, и только в одной проигравшие забили 4 шара, во всех остальных меньше. Не видели мы сегодня вообще игры в последних шарах. Все заканчивается в атаке и довольно быстро именно по счету. Ну сейчас допросишься. Не, ну действительно, да, 11-я партия, ни разу не было борьбы в последних. Достаточно редкое явление, какой же шар мажет. Мажет Влад Осьминин. Говорили мы сегодня не раз об ошибках Левады. И вот в один из таких важных моментов Влад Осьминин мажет. И у стола Вахита Фомкин, которым 5 шаров необходимо забить до победы в этой 11-й партии. —
Евгений Уваров появляется в чате, передает всем привет. Привет, Евгений, привет клубу «Принц». Да, я заметил, конечно, сообщение, что в американку в свободную пирамиду так и надо строить серию на чужих. Это естественно, об этом мы говорим каждый день на этом турнире. Но сегодня мы видим, как много на чужих делается ошибок и как мало, в принципе, играется свояков. Да, если так играть свояки, то лучше, наверное, действительно сыграть поменьше. Ошибается Игорь Фомкин, да. Тимур Умера в чате пишет на ютубе: передайте, пожалуйста, привет в прямом эфире всем игрокам Феодосии, да, Коктебеля, а в частности Прохорову Вячеславу, чемпиону Европы среди ветеранов. Крепкого ему здоровья, мы любим бильярд. Я вообще даже не думаю. Позитивное сообщение, не мог не зачитать. Налево. Более слева, там. Чемпиону Европы среди ветеранов привет передается. Если кто-то только присоединился к нашей трансляции, повторю, наведите курсор на окно плеера в Ютубе, и в правом нижнем углу там есть иконка со стрелочками, можно переключаться в разных ракурсах. Вид сверху включить, либо камеру основного вида. Ну вот в чате возмущается, что публика хлопает промах. Расскажите. Сейчас аплодисменты Деливаги, отличный забит шары. Нет шансов. Оказалось, Фарар сейчас правый упал. Под аплодисментов за промах. Сказать, что в Калинковичах такая была интересная содержательная история, свидетельствующая о том, что не все так всегда просто. Был там момент, кто смотрел, помнит, что аплодировались. Ну вот в перерыве подходит один из зрителей к Юрию Николаевичу Черванчику. Я не знал, что ошибкам. Я наоборот думал, вот я лично это аплодировал для того, чтобы поддержать игрока, который промахнулся. То есть хотел поддержать и поэтому зааплодировал. Не знал, что нельзя. Поэтому как бы не обязательно. А Никита Левада промахивается сейчас на свояке. Опять-таки на свояке. 3-3. Два раза били ростовчане. И вновь стала Вахита Фомкин. Растет напряжение, чувствуется уже по подходам игроков к буквально каждому шару. И вот сейчас Эльдар Вахитов, сложный шар. Я думаю, для такой ситуации другой, наверное. Сыгрывает уверенно, но не быстро и в этот раз. 4-3, Эльдар и Игорь выходят вперед. Кстати, дураков у нас, да, по-моему, не было в этом матче. Пропадаешь, Руслан, не слышу, что ты говоришь. Я говорю о том, что у нас чем ближе к концу матча, тем актуальнее, наверное, тема случайных шаров. Я говорю, по-моему, в этом матче еще не было. Да, как-то обошлось. У нас новый рекорд. 1293 человека смотрят трансляцию. 1290 уже 8 человек. Игорь Фомкин запускает число во среднюю.
добавляются и добавляются ближе к финалу. Новые зрители, 1297 человек смотрят нас на канале YouTube Ростовской Федерации. А в записи посмотрят еще в несколько раз больше. Матч долгий, 2 часа 50 минут с хвостиком продолжается, но матч интересный, очень насыщенный. Есть в нем нерв, есть какой-то даже драматизм. И мы видим, почему командная игра столь отличается от индивидуальной. Совершенно другая игра. Рома. Пять-три Вахитов Фомкин сейчас. Ильдар промахнулся и Влад у стола. Всего размаха. Всего размаха. Промах у Владислава. Промах, который вполне может стать, может стоить ростовской команде в партии. Всего три шара. Осталось забить Игорю Ильдару в этой партии до победы. А Влад уже, пожалуй, вторую ошибку в этой партии допустил. Долгий матч, долгий турнир, и, естественно, потеря концентрации возникает то тут, то там, и проявляется она, конечно, в первую очередь на простых шарах. Да сложно это винить никто не будет. Но сложное тут никто и не играет, по большому счету. Все чаще на простых. Фомкин свои очка в угол. Ему аплодирует. Забивает смекающе. Очень сильная поддержка не местных игроков. Даже удивительно. Казань и Самара должны быть счастливы. Ну вот я скажу, да, Ильдар Вахитов не из Казани, из набережных Челнов. Челнинец, точно. Да, знаю, что всегда подчеркивают ребята из набережных Челнов, что он именно их. Челнинский Ильдар. Так много сильных игроков, а в Челнах пока только один Ильдар Вахитов, поэтому очень ценят, я думаю, Ильдара у него в городе. 7-3. И один шар остался Вахитову и Фомкину до победы в партии. Свою середину. Фомкин. Расслабиться и как на тренировке. Ну, именно так произойдет. Да, финал-то интересный. Всякие были прогнозы по поводу того, что Вахитов с Фомкиным порвут ЗМСов. Были прогнозы, что Осьминин и Левада, набрав уже такой ход, своего не отпустят. Матч, естественно, еще не завершен. 6-5, еще целую партию. Целых 8 шаров. Очень много надо сыграть Вахитову и Фомкину. Чем ближе заключительный, чем ближе матчбол будет, тем больше нервов, конечно же. Партия может им принести не только титул чемпионов, но и дополнительно 500 тысяч рублей. Такой куш, которого они в своей жизни еще не видели.
Но Руслан Корененко не выключил микрофон, и мы слышим, похоже, что его семейство очень сильно болеет за Россию-3, за осмеянную Леваду, и не хочет, чтобы ростовчане проигрывали. Плачут дети. Тщательно, очень тщательно смотрим на пирамиду. Разбой может стать заключительным в матче. Ну и, следовательно, решающим. Начинается 12-я партия. Разбивать будет команда «Россия-6». Они лидируют. У России 6 партий, у России 3, не 3, 5 партий. Да, была почему-то название «Россия 5», было совсем интересно. Но так Фомки на разбое, мимо. Один из важнейших разбоев, если, наверное, не самый важный разбой в своей карьере, Игорь Фомкин не забил. И мы видим предательский как для него шар. Угу. Похоже, падает, но это же все равно убит. Карта не карта, Кабат. Левада, Владислав Осьминин. Проигрывает 5-6, но находится у стола, находится в атаке. Сам не подкатить. Нет. Не подкатить на ударчик. Я сейчас не буду. Просто забить. Ну, неприятный этот шар. Я сказал бы, он не сложный, но именно вот неприятный. При таком счете тем более. Точно, пап. Как и сказал Никите, на ударчике сыгрывает этого шара. Есть продолжение для Левады. Это 3. Четыре шара. Отношение для Никиты Левады. Все ближе. Драматичная развязка этой встречи. Контровая партия. Как бы не перехвалили зрители сейчас своих любимчиков. Ну, в любом случае они будут аплодировать каждому забитому шару, и чем ближе к завершению, тем сильнее. От этого все равно никуда не уйдет. В этом сушить партию на Верочку.
а дальше? Вот это? Да. Дальше, я так понимаю, Чужого будет сейчас играть в ближний угол, в правый. Влад Осьминин. Ну что ж, вводится перед контровой партией, мы берем очередной перерыв, заключительный в этом матче, 7-минутная пауза. Задавайте вопросы в чате, последний шанс у нас пообщаться, потому что контру я комментировать не хочу. Я думаю, Руслан тоже с удовольствием насладится просто бильярдом. Прокомментирую я вот этот комментарий, который уже, конечно, затерялся там в чате, уполз далеко-далеко. Вы пишете, мол, да что это такое, что за призовые какие-то $8000. $8000 разыграются только в этой партии. Плюс 500 тысяч. За первое место 1 400 000, за второе 900 тысяч. Если вам кажется, что это мало, ну... Ну ладно, у богатых свои причуды. За контру надо вдвойне, пишет Андрей Емельян. Да, сейчас они удвоятся в перерыве. Лучше по призовому фонду я турниров сейчас на данный момент не знаю. 6 миллионов рублей разыгрывается, ну, 4 у мужчин, 2 у женщин. Это здорово, и для командного турнира это очень и очень приличные деньги. Хотя на самом деле... Мне кажется, что в личном зачете должны бы разыгрываться больше, чем в командном. Но почему-то у меня такая мысль есть. Хотя, с другой стороны, учитывая, что этот турнир собрал всех сильнейших, за редким исключением, буквально пару человек мы там не досчитались, можно было, конечно, еще набрать десяток команд, даже не пару человек. Но все равно турнир был очень сильным по составу. По игре, ну, мне вот даже нечего сказать вам. Просто посмотрите эти матчи. Как нынешние финалисты у нас сюда попадали, в частности, Осьминин с Левадой, самая сильная пара, самая высокорейтинговая пара игроков из России. Никто им даром тут не дался, и Вахитов с Фомкиным в том числе. Про турнир Санкт-Петербург Open Федор вспоминает. Но это же не традиционный турнир, он был один в своем роде. А Ростов проходит вот из года в год уже второй раз. Спрашиваете, чей будет разбой в контре? Никита Левада будет разбивать.
какой норматив нужно выполнить, чтобы получить заслуженного мастера спорта. Выиграть два крупных международных турнира. Чемпионат мира и чемпионат Европы подойдут. Либо два чемпионата мира, если вам так удобнее. Может быть, два чемпионата Европы. Кто выиграл финал у женщин, спрашиваете вы? Это трансляция у нас была в прямом эфире. Сейчас матч есть в записи. Посмотрите, не буду говорить вам, кто выиграл. Посмотрите, обязательно посмотрите интересный матч на YouTube-канале Федерации русского бильярда Ростова-на-Дону. Илья Артамонов предлагает посмотреть на YouTube Клистова. Смотрели мы непосредственно здесь, в Ростове-на-Дону. Девятый день соревнований здесь идет. 5 дней у нас продолжается командный чемпионат мира. И до этого 4 дня первенства мира среди юношей и девушек до 18 лет по динамичной пирамиде проходило. Все столы были у нас в онлайне. Соответственно, все матчи остались в записи и хранятся на YouTube. Все видно, все можно посмотреть. 3 стола было в HD-качестве, за что Федерации Ростова-на-Дону огромное спасибо. Еще 5 столов транслировал Сергей Гилевич и его сайт «Дуплет». Предлагаете в замедленном действии посмотреть на девушек. Да, на YouTube, если отмотать назад даже сейчас вот эту нашу трансляцию, можно взять скорость помедленнее, посмотреть тот либо иной удар. Повторюсь, что можно переключить камеру основного вида на вид сверху, либо наоборот. Если наведете курсор на окошко плеера, в правом нижнем углу нажмете иконку со стрелками вправо-влево, то можно будет выбирать между 2 камерами 2 разных ракурса. Ну и как обычно в таких случаях говорят, в Ростове все готово к началу кульминации. Контровая партия финального матча 2-го чемпионата мира по свободной пирамиде среди команд. Никита Левада изучает сейчас, как стоят шары, очень внимательно, каждый шар, позицию. Но я думаю, вы все понимаете, именно Никите придется разбивать шар. А я вспоминаю, когда Никита Левада выигрывал свой первый титул чемпиона мира, то в финале 8 с разбоя, если не ошибаюсь, в контровой партии сыграл он с Александром Пономарем. Тогда это, правда, была комбинированная пирамида. А может, и ошибаюсь. Но в любом случае, один из самых важных разбоев в карьере Никиты Левады. И мы видим, каждый шар попросил судью Сергея Бабаева поставить правильно. Угловые шары все проверил на удачу. Партнер его Влад Осьминин сам ставит последний шар в пирамиду. Наверное, еще на этом турнире так точно ни разу так тщательно не выставлялась пирамида. Это кульминация, разбой контровой партии. Пирамида стоимостью 500 000 рублей, конечно. Да, ничего так. Не каждый день играется. Раз в год такое бывает только. И непременно в Ростове-на-Дону в июле. Ну и не каждый год, в том году, напомню, не было у нас контровой партии в финале мужском. Все там было попроще. Ну все, затаили дыхание, смотрим. Левада мимо. Есть можно игра. Можно только представить, что сейчас творится в юных душах неокрепших Игоря Фомкина и Эльдара Вахитова.
понимают ребята, что вот он шанс. Вот он шанс, и уже зависит все только от них. Могут они просто не подпустить монстра вот этого бильярда к солнцу. Сейчас, наверное, в первую очередь проверка психологического состояния молодых игроков. Ильдар начинает точно. Не стало складывать дело в долгий ящик, сразу же подбой, но при этом биток, свояк еле-еле прополз в лузу. А вы здесь не дармовые. Компания Ростур поставила лучшие свои столы сюда, турнирные. Ростовская публика нашла в себе силы практически на овацию для соперника своих любимцев. В Ростове разбираются в бильярде и поэтому ценят, конечно же, игру не только своих ребят, но и чужих тоже. Ну еще бы ростовская публика не разбиралась в бильярде. Каждый год столько у них турниров. И помимо международных, помимо национальных, ростовские турниры во всех лигах, по-моему, там у них каждую неделю. И Влада Осьминина и Никиту Леваду видят они, наверное, у бильярдного стола не 200 в году, так что знают прекрасный бильярд. И у стола Игорь Фомкин. Игорь Фомкин, который играет чужого в угол. Драматичный матч. Оставляет чужого для своего партнера. Он спокойно проходит, это о чужом. Левый угол, несомненно. Чужой налево. Точно. Немножко ухудшается позиция, но все равно игра есть достаточно неплохая. Только 5 шаров. Только 5 шаров здесь. Никитову и Фомкину. По 100 тысяч за шар. Тоже математика интересная, да. И плюс, наверное, если это все-таки случится, станут, наверное, авторами самой громкой сенсации бильярдного года. Да, и до чего ж, представляешь, обидно ростовчанам. Одна партия всего лишь отделяла от титула. Еще как бы, и еще до этого далеко. Средняя луза вступает в игру. 4 шара забито, 4 осталось. На середине своего подхода, который может стать золотым. Ильдар и Игорь. Очень долго готовится, как бы не перегорел. Ну какое там, под железо. Thank you.
страшно представить, что сейчас в голове на самом деле у Игоря Фомкина. Поразительно, как он просто отключает все ненужные мысли и сыгрывает точно, точно по лузе, под скобу. Вот свояк, вот свояк. Середина. Шесть шаров. Шесть шаров, но позиция потихонечку закрывается. Всего два шара должна она еще дать Фомкину и Вахитову. Но сложно, сложная ситуация. Если бы каким-то чудом я сейчас оказался вот у стола, я бы играл по длинному борту свояка. Точно. Точно. И... и свой, и чужой на середину, все есть. Есть варианты, есть над чем подумать. Выдохнуть и спокойно сыграть восьмой шар. Заключительный шар этого чемпионата мира в Ростове-на-Дону. Конечно, удивительный сюжет предложили нам участники нашего финала. 6-6, контровая партия, Никита Левада не забивает, и в одном шаре от победы, от громкой сенсации, Ильдар Вахитов и Игорь Фомкин. Кульминация в кульминации, да? Думаю, где-то так это можно назвать. Фантастика, он идет на чужой в угол. В середину проще, он идет на этот шар в угол. В нем он уверен. Да не сказал бы, что в середину проще, но не будем спорить, а посмотрим. Включаем звук, поскольку там бурные овации, крик, слезы, аплодисменты, все вместе. И, ну что ж, еще покажем, я думаю, что в прямом эфире церемонию награждения. Я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Антон Игонин, мой коллега Руслан Корененко. Для вас комментировали эти матчи. Пока, друзья, до скорых встреч. Да, всего доброго, до свидания.